have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, это Табс. Да, пришло то время, когда мы все-таки протянем наши кривые ручонки к этой игре, поехали сразу в компанию, а поговорим уже по пути. Компанию я не проходил ни разу. Последний раз в этой игре... Ой, даунлоудов у меня никаких нету. Последний раз я в этой игре был, когда выпустили, по-моему, Spooky Campaign, то есть Wild West я вообще в глаза не видел. Поехали просто сначала. О, тут все-таки есть музыка. Да! Итак, у нас 6 клаберов. Ну, а сколько денег? 600? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь клаберов. И давайте... Погодите, метателя копий поставим одного. Это же у нас Totally Accurate, который Battle Simulator. Точнее, чем это, не может быть вообще ничего, я так понимаю, да? Fight. Спасибо. Опа, копье прилетело. И мы моментально получили преимущество. Ну, хорошо. Я так понимаю, что первый у нас просто обучающие. Опа! Блин, у нас клаберы, лохи, смотрите, как их забили. Кинь копье в него! Убей! Попади! А, они еще замедляются. Блин, я сейчас проиграю. Сейчас я поставлю больше этих. Сейчас не они. Так, давайте. Давайте, три копья, три килла. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну, два килла, хорошо. У нас клаберы будут исключительно... А, приближать вот так, все. Клаберы будут исключительно отвлекающий маневр. Все, копейщики затащили. Поехали дальше. Куча копейщиков. Ну, щитовики, конечно. Попробуем вот такую страту. Блин, минус один. Ну, собственно, на этом все должно для копейщиков и закончиться. Давайте! Ребята, тащите! Вы могете! Оля! Да, отлично. Мы побеждаем. Тап. Ого, у нас тут метатели камней. А у нас еще нету метателей камней. А там еще и шаманы. Ох ты ж. 1400. Ну, давайте попробуем закидать их тапочками. И вот на 81 щитовика. Давайте, ребят, я вас верю. Вы можете. А, минус один. Блин, шаманы. Ну, ясно, эта страта не сработала. Не, нафиг всех. Значит, мне нужны, наверное, протекторы. Наверное, клаберы. И чисто для прикрытия, блин, мне одного этого надо убрать. Попробуем вот так сделать. Протекторы у нас будут камни, наверное, дефать. Ага. Фига, ничего будут дефать. Есть! Минус шаман! Блин, мне бы еще второго шамана завалить! А вы бы еще кидали ровно, ребят! Было бы вообще хорошо! Камнем прилетело в башку! Не.
Эта страта не работает. Так. Дайте мне тоже камни. Блин, чё вы как эти... двоих метателей поставлю. Наверное, вот так вот сделаем. Вот так вот. Вот так. Клабера 70. Давайте попробуем. Как отвлекающий маневр, чтобы камни... Да, камни с этого... Мне нужно, чтобы шаманы отвлеклись. Блин, у меня просто не хватает огневой мощи, если чё. О, молодец! Шаман, давай! Молодец! Есть! Пожалуйста, не сдохните! Ага, сейчас. Да, в общем, нужна такая тема, чтобы шаманы своих же завалили. Тогда... только тогда это получится, значит. К черту, мне нужно много метальщиков. Не настолько много. И мне нужно... Вот так вот щитовиков попробуем. Блин. Я случайно таб нажал. Блин, их слишком быстро разбивают. Кидайте! Мне нужно, в общем, как-то сделать, чтобы шаманы... Не. Не. Чтобы шаманы своих же поубивали. Минус один, минус два. Нет, вот сюда бейте. Давайте, давайте, ребят, давайте, нет, 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 кидайте в него. Есть! Практически последних два чувака, выживших, копье в лицо. Что у нас тут щиты? О, у меня каменщики наконец-то есть. Ну так, собственно, все. 160. И 300. Ать, ать. 80 у нас вот этот вот есть. Вот-вот. Протектор. Ты пойдешь. Ты прям затащишь эту катку, я знаю. Давайте их камнями гасите. Салат! Нормально. Все. Ну, собственно, против толпы шаманы это святое. У нас... Как там было? Ай, на мамонта у нас не хватит. На этого у нас тоже не хватит. У нас... А, нет, собственно, только на мамонта у нас не хватит. У нас... А ты кто у нас? Что за джаггернаут? Тут хоббиты и христиане какие-то. Так. Костяные маги. Поехали. Гасите! Гаси его! Блин. Надо было больше отвлекающих этих. Так. Нет, дружище, иди сюда. Попробуем вот так. Всех хоббитов просто уничтожили. Ну, да. Нечего было выпендриваться. Так, у нас тут... Мамонт?
Просто вломился. Вот этих мочи, давай. Посмотрите на эти безумные глаза, это просто что-то. Я могу поставить еще одного мамонта. Прям на вражескую территорию, да. И 400. И давайте вот это вот, как закрепляющий эффект у нас пойдет. Сейчас мамонт вломит всем, а тот чувак добьет. Смотри, 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 такой. Хадаш! Не надо было, это я перестраховался просто. Реально, мамонт против большой толпы, это круто. Итак, кто вы такие вообще? Я вас не звал. Косари и зельечники. Ну, понятно, мамонт. Вот, вот. И за 120 можно одного метателя. Просто, знаете, как... А, у вас подкрепление пришло, ах вы заразы мелкие. На тебе в рожу. Подкрепление я, кстати, не ожидал. Фига себе, они ушатали. А, не ушатали, нормально, он еще стоит. Косарю прилетело просто в лицо. Ай, 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 ай! Последнее копье такое, он такой из последних сил встал, пустил копье, этим копьем просто чувака уничтожил. Посмотрите на эти глаза. Вот это бивень! Ладно, поехали дальше. Это весело, это реально весело. А, мне поменяли эпоху. У меня есть пугало, кстати, за 1200. Давайте мы его испробуем. Но ему нужно прикрытие. Вот будет прикрытие. Поехали. В атаку! Хоббитсы! Еще ворон! Хоббитсов месяц! Еще ворон! Чувак, вороны! Вороны! Не, вороны слишком неэффективны. Хорошо. Нафиг. Че хочу? Я хочу, наверное, Potion Seller. И вот, вот так вот попробуем. Просто они кучкой стоят. Во-во-во-во, по кучке прям хорошо проходит. Погодите, а это разве не карта с секретами или что-то такое? Это разве не здесь где-то были секреты? А! Я не помню, как их открывать, честно. Напишите мне в комментах, если вы помните, как это все происходит. Гаси! Он сейчас дойдет! Он сейчас дойдет! Да, мы выиграли. Potion Seller, кстати, затащили. Ребят, кто помнит, как открывать секреты, если вдруг ты их находишь, напишите, пожалуйста. Мы в следующий раз попробуем все это... А, чертовы лучники. Так, возьмем одного такого и возьмем... Это, короче, неэффективно. Врываемся к стрелкам. Главное стрелков отвлечь сейчас. Просто шикарно. Смотрите, как он их размешивает. Просто апача. Неплохо. Ай, блин, его убили. Жаль.
Ну все, тут уже не затащено. А, ты живой остался? Я думал, тебя убили, а он живой остался, еще и каточку мне затащил. Я такой думаю, что я сейчас переигрывать буду. Ага. Баллиста. Ну, опять же, против баллисты... Я думаю, что будет эффективно вот так сделать. А не по 1000? Ну, тогда все, поехали. Одного разваливают, но остальные двое просто наносят чудовищный урон. Доберитесь до баллисты, пожалуйста. Баллист просто не попадает. Да, нормально. Она, если попадает, она наносит большой урон, а он просто не попадает. Ууу, а вы... Это хиллеры? Это маги? Это кто? Король, блин, вот король это плохо. Король это прям очень плохо. Прям отвратительно. Гасите, ребят. Блин, надо было какой-то отвлекающий маневр сделать для них. Просто засрали всю толпу. Валите короля! Валите короля, блин! Да сдохни! Не лечите его! Не лечите его! Фух, задолбили. Короче, ребята эти вообще имбовые. Что с вами? Так, 200, король 1500, кстати, стоит. Ну, давайте я возьму короля и... Блин. А, не, у меня есть хиллер. Нормально. Ну, короля и трех хиллеров, и я затащу. Наверное. Ого. Это было ближе, чем я думал. Хоба! У тебя хватит здоровья это танковать или нет? Ну, щитовиков раз... Несли, блин. Все, ясно, не хватит, до свидания. А, король не вариант. Как бы странно это ни было. Катапульты по 1000. Ну, катапульты тоже не затащат. Нужны рыцари. Интересно, а что с лучниками? Я просто посмотрю, как это работает. Я совсем не уверен, что это сейчас будет работать. Мне просто интересно. Против щитовиков они сейчас будут бесполезны. С другой стороны, тут две катапульты сейчас могли бы зарешать, кстати. Они типа кого-то убивают, но не особо. Да, вообще ни о чем. Хорошо. Мне нужно... А можно как-то не на крышу? Да, прям неплохо. Не подъезжай! Не надо! Не надо! Не поворачивай! Не надо к нему! Дебил! Нет. Второй катапульты надо руководить. Да, но...
Да, победили. Если руководить второй катапультой и не давать ей повернуть, то это победа. По-моему, то же самое сейчас можно будет сделать и здесь. Одну пустить ближе. Мне еще чуть-чуть денег осталось. Чисто для подкрепления двух сквайров. Все, победа. В узких коридорах против большого скопления людей, катапульта. Ну, это святое, ребят. Так. 1000, король, 1500 будет стоить, кстати. Блин, вот этого я не учел. Что там щитовики и лучники абсолютно бесполезны против них. А рыцарь это у нас на чем? Так, нафиг уйди. У меня нету быстрых юнитов. Ну, да, получается минус два рыцаря сразу. Блин, вот это прям не очень. Потому что если они мне сейчас рыцаря убьют, они мне убьют рыцаря. У них слишком большой урон, да. Значит, надо не рыцарей, значит, надо больше мяса. Прям вот так вот. Причем катапульты еще и своих замесили. Тоже прикольно. Ну и все. И все. Вы тут уже ничего не сделаете, ребят. Чувак, за... Пустите меня в бой, меня щитом прижало. Такой, нет. Ладно, это был Изивин. Ох ты ж. А вы кто такие? Вы минотавры у нас, да? Минотавры. Ну, пробуем. Не дайте им подойти, и все. Не дайте минотавру под... Нет! Гасите их! Одного убили. А, ну в принципе нормально, я думаю, победим. В принципе! Натыкайте этого ежика. Нормально. Поехали дальше. О, снежный уровень. Обожаю снежные уровни. Кто у нас? У нас щитовики, лучники, щитовики, лучники. Минотавр 1600, слишком дорого. Щитовой барьер. Это кто? А-а-а. Да? Ну, пробуйте. Не, они тупо сильнее. Хотя... Ну, они очень сильные, эти ребята с викинги, вот эти вот с этими... Ясно. Это не мой вариант. Мне нужно что-то другое. Стоп, у меня оставалось еще 1100. Ну вот, по-моему, и все. Вот все и решилось. Морозные лучники, кстати, хорошие, прикольные ребята, но им нужно больше прикрытия, я понял.
кстати, они довольно неплохо отстреливаются. Как бы, подойдите ближе, что ли. Отлично. Супер. Тут у нас... О, у меня есть Зевс. Два. Зевса. И... Ой, Снейк Арчеры, я этих ребят помню. Ого. Убейте его. Ну убейте его. Но он же не бессмертный. Тот самый случай, когда чувак пережил бога. Неплохо. У меня последний юнит оставался. Вот эти чуваки и медведи, они очень сильные. Круто. 6300. Что мне... Три медведя. Вы издеваетесь. Просто толпу зевсов на вас. И на 300 я могу еще сделать... Вот, еще одного. Ау! Это проигрышная катка. Я просто по фану хотел посмотреть. Змеи! Знаете, в чем прикол? Если отодвинуть зевсов... Погодите. Я, по-моему, знаю, как это можно сделать. Так, секунду. Я думаю, если зевсов расставить на большую дистанцию, они все равно бьют цепной молнией. Видите, тогда они убивают только одного Зевса. Еще двое остаются для того, чтобы фигарить дальше. Посмотрим, как получится по урону сейчас. Блин, они просто по урону не проходят. Они все трое живы! Они просто все трое живы! Это... Ладно, одного убили. А что если... Змеи-лучники... Гасите еще! Еще! Еще надо! Больше змей, вы че? Не, змеи-лучники не затащат. Они прикольные ребята, но они не затащат. Их, их нужно немножечко. Кстати. А что если так? А как ты сдох, ты мне не подскажешь? Погоди. Вот, я про то же. Как чувак сдох? Ну, они там типа что-то делают. Они не попадают в медведей. Вот самая большая проблема. Мне нужно, чтобы они попадали в медведей. А этого не случится. Поньк! А нет, одного убили. Я надеюсь, что он его убил. Да, убил, кстати. Да, но нет. Два Зевса. Минотавр.
и щитовики. Попробуем так. Чувак просто зашел. Минотавр, я так понимаю, по силе он как медведь, да? Блин, Минотавра уже слили. Опять мы остались с тремя медведями. Ну и да. Блин, это прям интересно становится. Сейчас посмотрим. Пуньк. Пуньк. Пуньк! ладно. Хорошо, договорились. Три минотавра и змей. И давайте еще одну снейкарчера. Блин. Слишком быстро минотавров валят. Прям слишком быстро. Вот эта вот атака у них из-под земли, она прям читерская. Стреляйте! Стреляйте! Блин, пожалуйста! Ну, это, кстати, было, по-моему, ближе всего из того, что мы пробовали. Может, вместо Минотавра Зевса подкинуть? Давайте так попробуем. Эти сейчас врываются, эти кидают змей. Нет, это было бесполезно. Я понял. Хорошо, а как тогда? Поехали. Ну, то есть у них хороший урон и у них хорошая дальность атаки. Посмотрим, что они смогут сделать. Блин, они очень быстро сливаются. Вообще ни о чем. Я думал, что это будет гораздо эффективней. А это что за ребята? Погоди. Так. Минотавр, который сломает им ряды и желательно лица. Ну, давайте пробовать. Змеи! Фишка в том, что у медведей массовая зараза атака, и она просто чудовищная. Ну, смотрите, они просто разносят все. Это невозможно. От нашей армии вообще ничего не остается. Ну и все, остались только змеи-лучники. Твари. Просто твари. Так, этих я пробовал, этих я пробовал... Я не знаю, у меня нет какой-то имбы, который я мог бы сейчас... по идее, ее не должно быть, да, этой самой имбы. Так.
Давай, Минотавр, живи, чувак. Это было, кстати, не так уж и плохо. Если еще одного Минотавра. И... Опа! Минотавры сразу же разносят лучников. Это хорошо. Они остаются без прикрытия. Но, нет, мои щитовики, короче, вообще бесполезные. Смотрите, их сносят, как нефиг делать, да. Не годится. То есть, два Минотавра в начале для смятения, да. Зевс, наверное, да. И кто еще? Ой, Снейкарчеры. Два щитовика. Но он сразу же сюда приходит. И он убивает Зевса, кстати, если что. А нет, Зевс еще жив. Нет, уже все. А нет, жив. А нет, все. Я не знаю, что делать с этими чертовыми медведями. Это просто... Ну, это какая-то имба у них жизни. Просто 100-500 миллионов. И... Ну, с ними вообще ничего не сделаешь. У них еще и массовая атака. Это просто замечательно. Вы же так не считаете? На четвертого Минотавра мне просто тупо не хватает. Что чертовски жаль. Ну, давайте... Так, попробуем! Ну, смотрите, он сделал одну массовую атаку, и все, просто все, он всех уничтожил. Копытом в лицо. У меня остался... Ну, кстати, вот эта тактика довольно... Осталось два медведя, и... Ребята бесполезны. Змеи, которые будут отвлекать внимание. Фишка в том, что просто минотавры проигрывают по ударной мощи. А вы бы стреляли поскорее, ребят! Хорошо, они, кстати, вот этим самым, они триггерят атаку, и медведи отвлекаются на змей, видите, они бьют. Вот сейчас мне не хватает какого-то одного юнита, который смог бы их всех добить. Но мне не хватает денег на этого самого юнита. Ребят, вы сдохнуть не хотите, например? На 600. На 600 я, в принципе, ничего-то купить не могу, как таковое. А вот на 900... Вали его!
Вали! Нет! Я победил? О-о-о-о! Чисто за счет контроля этой баллисты. Как раз потому, что я понял, что у меня не остается последнего юнита. Три Зевса. Ну, это так, опять же, просто попробовать. Кстати, неплохо. Кстати, неплохо. Они мне ничего даже не сделают. Чувак за лодкой спрятался. Я не пойду. А, круто. Так, это мы прошли. Компания. Давайте тогда, по идее, потихонечку по одной компании будем дергать. Посмотрим, насколько оно... Это докуда мы прошли? Вот эту, да? Да, это мы первую кампанию прошли, у нас есть вторая кампания. Тогда второй кампанией мы займемся уже в следующий раз. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек и всем покеда.